В Арысе в разгаре восстановительной работы в городе уже отремонтировали 181 здание, еще почти в 1000 домов продолжают ремонтные работы. Вновь открылись отделения банков, торговые центры, функционирует общественный транспорт. Жители своевременно получают заработную плату, адресную социальную помощь и пособие. О том, как нормализуется жизнь местного населения, в материале Алибека Байшуленова. Сегодня в Арысе в работах по восстановлению разрушенных зданий задействовано более 1500 строителей из всех уголков Казахстана. В Арысе и его окрестностях расположено 8867 домов. Из них 6127 пострадало при взрывах. Из Восточно-Казахстанской области к работе приступили 25 подрядных компаний. В нашем секторе на месте сгоревших 4 домов мы построим новые. На сегодня в 4-м секторе располагается 331 жилых домов. Они повреждены в разной степени все. В целом сектор состоит из 8 улиц. В этой связи принято решение, что каждая улица будет закреплена за одной из строительных компаний, представляющей Мангистаускую область. Второй блок вопросов – это социальные объекты. 66 социальных объектов – это детские сады, школы, объекты здравоохранения. По ним фонд «Самрук Казна» полностью взял обязательства на себя. Они к ремонтным работам полностью приступили. В течение месяца закончат все ремонтные работы. В Арысе превышение установленных норм атмосферного воздуха, радиационного фона и поверхностных вод не обнаружено. Это подтвердили анализы проб внеплановых отборов. А военнослужащие и саперы Министерства обороны зачищают территорию и обезвреживают найденные боеприпасы в радиусе 20 километров вокруг взорвавшегося склада с боеприпасами. Перенос арсенала боеприпасов из Арыси начнется в течение 2 недель, заявили военные. За весь период обнаружено у нас около 30 700 фрагментов боеприпасов. Они находятся на полигоне 60 километров от города. Значит, в дальнейшем она все это будет утилизироваться. То есть опасности для жителей никаких нет. В Арысе заработали кафе, рынки и магазины. Однако работа по раздаче продуктов питания жителям города продолжается. На сегодня из всех уголков республики в поддержку пострадавшим поступило 600 тонн гуманитарной помощи. Народу моему, стране моей, от имени всех жителей Арыси огромное спасибо за поддержку и помощь. С момента трагедии нас обеспечивают питанием, проживанием, одеждой, медикаментами. И восстановить жилье нам тоже помогают. Просто нам нужно всем потерпеть. Еще раз спасибо всем. В ближайшие 2 недели каждому жителю города Арыси и населенных пунктов Акжол, Акдала и Дермине выдадут по 100 тысяч тенге. А сегодня в городе впервые после известных событий прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции. Алибек Байшуленов, Альхайдар Турлыханов, Туркестанская область, Хабар 24.